армяне. Один из древнейших народов мира. Он существовал в такой отдаленной древности, когда не только не было современных европейских народов, французов, итальянцев, русских, но и едва вступали на историческую арену народы эпохи античной, римляне и эллины. Крымский полуостров – один из первых очагов армянской колонизации. Как известно, благодатная и приветливая Таврика за свою историю приютила многие этносы, и на протяжении многих веков один из древнейших народов, армяне, соседствовал здесь с караимами, крымчаками, греками, болгарами. Армяне являются одним из древнейших народов, населявших наш полуостров. Время, конкретное время их приезда в Крым неизвестно. Достаточно давно появились на нашем полуострове, и, в принципе, всю историю по сей день армяне проживали как бы с определенной периодичностью. Первые связи армян с Таврикой относятся ко времени Тиграна Великого, первый век до нашей эры, состоявшего в родственных и союзнических отношениях с Митридатом VI и Евпатором. Особенно многолюдными армянские поселения Крыма становятся в XIII-XIV веках. Уже к середине XV века население армян на полуострове превышает 200 тысяч человек, а это четверть населения благодатной земли. Армяне, первые переселенцы, появляются в X-XI веке на нашем полуострове. Ну и до 1475 года проживают в Крыму. И главным образом это был город Кафа, нынешняя Феодосия. И вот с этого времени, примерно с 13-14 века, армянское население составляет очень большую часть вообще населения Крыма. В особенности населения вот Феодосия, она Кафа тогда, она в XIV веке по латинским источникам, по генуэзским источникам, где-то около свыше 60% населения Кафы составляли армяне. В этот период на полуострове не существовало ни одной господствующей народности. И это приносило экономическую стабильность, позволяя армянам играть важную роль в развитии и процветании Крыма, успешно заниматься сельским хозяйством, ремеслами, торговлей. В Кафе, нынешней Феодосии, было построено около 40 армянских церквей, а также школ и караван-сарай. Даже монгольское нашествие не сильно поколебало благополучие армянской общины. Накануне 1475 года армян, можно сказать, проживало столько на территории нашего полуострова, что территорию Восточного Крыма называли Приморской Арменией. 1475. 31 мая к Кафе подходит турецкая военная эскадра. В результате шестидневного сражения за город огромное число его защитников погибает. Генуэзская колония прекращает свое существование. Несколько тысяч армян впоследствии были переселены турками в Константинополь. В истории армян Крыма можно различать несколько периодов. Это период, допустим, скажем, вот первый византийский, потом генуэзский период, потом татарский период, потом уже это было связано уже с присоединением Крыма к России, российский период. 1778. Один из драматических эпизодов истории Крыма. Капитану Суворову из Петербурга поручено выселить с родной земли христиан, в основном это греки, армяне и грузины. Такова часть стратегического плана правительства Екатерины II. Тысячи армян оказываются в безлюдных степях Дона. Около 12,5 тысяч армян, ну, примерно, вместе с греками, они были переселены по манифесту Екатерины II, также, ну, как переселены с территории Крыма. Это было очень сложно, очень-очень сложно, и очень многие погибли, ведь сразу не переселились, значит, к берегам Дона. Сначала было другое место, значит, где они зимой не смогли зимовать и вынуждены были обратиться к Екатерине II с тем, чтобы, значит, предоставили им другое место.
Это был очень-очень сложный переезд, это было очень тягостно, очень много жертв потребовало переселение. Возвратилась обратно уже меньшая часть. И вновь возрождался армянский народ на старинных землях своих отцов и дедов. Но 1944. Сокрушительный удар и чудовищная несправедливость. Общину с более чем тысячелетней историей и самобытной культурой вновь выкорчевали с корнем. В то время, когда сыны крымских армян вместе со всеми советскими людьми сражались против фашистской Германии на фронтах Отечественной войны, их матерей, сестер, отцов и детей высылали из Крыма в Сибирь и Республики Средней Азии. Постановлением Госкомитета обороны СССР от 2 июня 1944 года с территории полуострова насильственно депортируют 11 тысяч армян, 12 тысяч болгар и почти 14 с половиной тысяч греков. Депортации подвергаются все, независимо от пола, возраста и заслуг перед советской властью. Бывшие подпольщики и партизаны, инвалиды войны и ветераны труда, комсомольцы, семьи красноармейцев, погибших на фронте и продолжающих воевать в действующей армии, старики, женщины, дети. О том, что армяне, греки и болгары были выселены без достаточных на то оснований, свидетельствуют архивные документы. Я думаю, что эта боль останется в армянском народе, потому что они все разбросаны по всему миру. По всему миру армяне разбросаны. Где бы вы ни были, то есть вы всегда встретите там армян. Попытки армян, болгар и греков ходатайствовать о возмещении ущерба и возвращении отобранного при депортации имущества потерпели крах. Местные власти стали настаивать перед высшими инстанциями о запрещении армянам, болгарам и грекам возвращения в Крым. Несправедливо репрессированные и униженные, оторванные от родных очагов и лишенные всякого имущества, они в течение многих лет были вынуждены терпеть издевательский режим спецкомендатур. Нужно заметить, справедливого, массового возвращения в Крым депортированных армян, как, впрочем, болгар и греков, до сих пор так и не произошло. Это очень непростой вопрос. Я вам несколько цифр назову. Значит, из Крыма, ну, в обобщенном таком виде, значит, из Крыма было депортировано в 1941-1944 году. Первыми депортировали немцев в 1941 году. Ну, вот в этот период, в 1941-1944 годах, были депортированы, значит, около 190 тысяч крымских татар и около, свыше, так скажем, 90 тысяч армян, болгар, греков и немцев. То есть примерно как бы 2:1. Вот. На сегодняшний день в Крым вернулось около 270 тысяч крымских татар и около немногим более 5 тысяч армян, болгар, греков и немцев. Это означает, что коэффициент репатриации крымских татар составляет на сегодня, ну, где-то около 140%. А коэффициент репатриации этих четырех этнических групп составляет около 5%. То есть можно говорить о том, что репатриация этих четырех этнических групп не состоялась, по сути дела. Нетрудно посчитать, насколько мизерным оказалось возвращение на родину подавляющей массы депортированных армян, болгар, греков и немцев в сравнении с репатриацией крымских татар. Репатриация армян, болгар, греков и немцев не состоялась. Бишкекские соглашения уже пришли к своему завершению. Всего лишь 4% было репатриировано в Крым. Это нужно делать отдельную новую программу и проводить отдельно репатриацию этих четырех этносов, которые составляли не менее 30% из общего числа депортированных народов с Крыма. Вот. Поэтому мы сейчас над этим работаем, создаем ассоциацию наших четырех народов, и эта ассоциация должна будет, значит, заниматься вот вопросами репатриации. Да, армяне очень много жизни положили в Крыму во время Отечественной войны. Очень много армян здесь погибло. Мой дядька, допустим, только позапрошлом году нашли, в 44-м году здесь погиб, под Севастополем. Так что и кровь проливали здесь. Армяне имеют право здесь жить, развиваться, учиться. История, к счастью, не забыта.
В 2013 году в Белогорском районе наконец появился памятник армянам, болгарам, грекам, депортированным из Крыма в период Второй мировой войны. Это память, наконец-то появился памятник, их должно быть еще и еще. Это дремучие вещи, которые происходили, скажем, в 20 веке и ранее, то мы уже живем в 21 веке. Я думаю, человечество само должно перерасти и это подобные, ну, я даже не знаю, как это назвать, ну, бесчеловечные акты, акции должны быть прекращены, а мы должны о них помнить, чтобы их больше никогда никто не повторял. Многовековая история пребывания армян в Крыму изобилует как светлыми, так и трагическими страницами. Как видим, армянская община несколько раз подвергалась почти полному уничтожению или депортациям, но каждый раз, спустя некоторое время, возрождалась вновь. Прошли годы, зажили раны. Вновь пришла пора возродить на крымской земле язык, историческую память, традиционное вероисповедание. В 3 километрах от старого Крыма, Сурхата, в лесу до сих пор стоит великолепный монастырь Сурбхач, единственный сохранившийся комплекс армянской апостольской церкви на территории Украины. Монастырь был основан в 1358 году духовным предводителем армян Крыма Аванесом Себастаци. Именно ему посчастливилось увидеть на этом месте огромный огненный крест. Видение он воспринял как знак свыше и заложил здесь храм, имя которому Сурбншан – «Святое знамение». Была построена церковь в 1358 году Хованесом Себастаци, он был иеромонахом, и его братьями Акопом и Казаром. Акоп был купцом, а Казар таким же священником, как и Хованес. Приехали они из Себастии, это в Малой Азии, ныне на территории Турции, Сивас, а сегодня Сваз. Был там, кстати, монастырь такого же имени, Святого Знамения. И, по всей вероятности, Хованес Себастаци был из этого монастыря. Потому что в некоторых рукописях упоминается некий довольно молодой иеромонах Хованес. На территории сада 2 фонтана. Вода подводилась по водопроводам, сложенным из керамических труб, из расположенных выше по склону источников воды. Лестница эта ведет к нижнему фонтану монастыря Сурбхач. Нижний фонтан был восстановлен в конце 90-х годов прошлого века и ныне действует. Что касается лестницы, то, как вы видите, она сохранилась, в общем-то, в том виде, в котором ее построили. Была восстановлена также в 90-е годы, но с использованием в обязательном порядке, с использованием старых камней. Остались только верхние 2 марша, и надеемся, что они тоже будут приведены в порядок. Были построены подпорные стены, которые удерживают площадку для того, чтобы нижний фонтан мог, значит, просуществовать как можно дольше. Была, значит, новая площадка была построена здесь, и использованы все, значит, старые камни от русла водоотвода. Сад монастыря был заложен несколькими террасами на пологом горном склоне. Многие замечали, что монастырь больше похож на крепость, чем на смиренную обитель. Купол, довольно большой, любопытное изображение агнца-победителя, символизировавшего Иисуса Христа. Церковь Святого Знамения – небольшое сооружение. Собственно, в Крыму сложно было выполнить сложные конструкции, большие помещения, залы, потому что строительный материал не позволял этого. Здесь, конечно, мы не можем найти вулканического базальта, туфа, которые позволяют все-таки осуществить грандиозные постройки. Здесь стройматериал диктует свои условия. И наибольшее, на что могли быть способны мастера и архитекторы того времени, видимо, и была эта конструкция, видимо, и было такое, вот такое строение церкви, и такой масштаб купола. Как мы видим, здесь могло поместиться не слишком большое число, значит, прихожан, и посетителей, и гостей. Из-за малой вместимости церкви был сразу построен притвор или гавит.
полусветского полудуховного значения, чтобы священные своды могли приютить всех желающих. Интерьер его украшен резными крестами. Вот посвятительные кресты. Собственно, надпись, о которой я говорила, 1401 года, Тавин Пацата, значит, и здесь говорится о том, что кресты являются заступниками иеромонаху Симеону и его родителям Киракосу, а все остальное уже не видно. И здесь имена написаны, значит, имена тех, для кого заступником они должны служить, собственно. А что значит заступник? Заступник по данному усопшему. Это значит, что при втором сошествии Христа эти кресты должны предстательствовать о нем для того, чтобы он получил вторую жизнь, чтобы он удостоился небесного царствия, вечной жизни. К южному фасаду церкви Иговита примыкает братский корпус. В этих крохотных кельях обучались монахи. Они занимались созданием рукописных книг, чтением. Чуть больше келья архимандрита. Ее отличали уникальный свод и убранство. В бурный период деятельности семинарии здесь пребывали более 20 будущих священнослужителей. Что очень интересно вот в здании кельи, значит, это деревянные вставки. Они были и в других сооружениях монастыря Сурбхач. Это они, значит, делали стены более пластичными, обеспечивали амортизацию с тем, чтобы во времена землетрясений, во времена каких-то катаклизмов, чтобы стены выдержали. В первозданном виде на территории монастыря сохранилась и трапезная конца 17-го, начала 18 веков. Сохранился камин, он, кстати, технически вполне действующий. Здесь сохранилась печь, где, по всей видимости, пекли хлеб, но это не обязательно. В принципе, можно было использовать его и для других целей. Монастырь пережил все. И пал в начале 20-х годов нашего века. Старожилы рассказывают, все книги были сожжены, церковь разграблена, монахи частью убиты, частью разогнаны. Запустение и варварство надолго воцарило здесь. После закрытия монастыря на его территории вплоть до Великой Отечественной войны располагался пионерский лагерь и санаторий для больных туберкулезом. Во время бомбардировки бомбы упали как раз южнее монастыря. Была разрушена гостиница и был разрушен второй ярус здания кельи. Это фактически в 5 метрах от притвора и в 6-7 метрах от самой церкви. Очень близко. Поэтому, да, чудом уцелели основные сооружения монастыря Сурбхач во время Великой Отечественной войны. В начале 90-х монастырский комплекс являл собой полуразрушенные, покрытые слоем строительного мусора и растительностью здания и запущенную территорию. В Крыму назревает решение вернуть святыню к жизни. Начало благому делу было положено Анушаваном Даниэляном. Реставрация уникального памятника, финансируемая государством, продолжалась до 1997 года, но, увы, не была доведена до конца. Успели восстановить лишь купол монастырского храма, говит, притвор, башню-колокольню, частично трапезную, внутренние дворики, верхний фонтан. Из-за прекращения финансирования не удалось осуществить даже консервацию некоторых участков памятника. После вынужденного отъезда Даниэляна проект не был заброшен. И впоследствии его во многом удалось реализовать благодаря новому председателю армянского общества, крупному предпринимателю Фрунзе Мардаяну. 3 года крымский меценат и патриот финансировал процесс восстановления святыни из пепла. Масштабные денежные вливания благотворителя сыграли ключевую роль и в появлении беломраморного памятника братьям Айвазовским в центре Симферополя, торжественно открытого весной 99-го. Но вернемся к монастырю. Была проделана очень большая работа, очень-очень большая работа, и фактически монастырь восстал за эти годы. И очень много сооружений было восстановлено, отреставрировано. Они были приведены в свой изначальный вид или же изначальный вид с учетом использования дальнейшего, да, вот этого памятника. И сейчас они должны быть, очень много еще предстоит сделать здесь, очень многое.
Так что на этом все еще не закончилось. И все же знаменательной вехой в истории многострадального храма принято считать 93-й год. Именно тогда были завершены работы по установке крестодержателя и креста, и над Сурбхачем вновь вознесся символ христианской веры. Когда с визитом в Крыму был заместитель генерального директора ЮНЕСКО Франческо Бондарин, мы ездили по Крыму, смотрели очень много наших объектов культурного наследия, и вот именно монастырь Сурбхач произвел на него впечатление больше всего. Это наше общее богатство, мы должны этим гордиться. Сегодня двери монастыря открыты для туристов, паломников и простых посетителей. Здесь каждый день идут богослужения и непрерывно читаются молитвы. Это удивительная святыня. Вы знаете, что это был центр армянского духовенства. Очень богатая история нашего монастыря. Но сам дух монастыря говорит сам о себе. Когда человек приходит здесь, я замечаю, что когда приходят люди, они с одним взглядом заходят в монастырь, с одним лицом и с другим выходят. Очень часто люди просто выходят и просто молча стоят и думают. Потому что очень большая сила в этом монастыре. Даже представители других религий, когда приходят, они чувствуют, что это Господь дал это место, чтобы люди здесь собирались, молились Богу и чтобы здесь спасались. Намоленное место чудным образом просто притягивает людей. Здесь все для жаждущего духовного очищения. Армянская церковь не берет денег, не устанавливает расценки на священные обряды. В храме у нас нет торговли, когда Господь наш Иисус Христос был в Иерусалимском храме, Он выгнал из храма продавщиков и сказал, что это дом молитвы, но не дом торговли. Поэтому у нас в храме никогда нет торговли. У нас нет покупать, продавать. Но чтобы люди смогли приобрести свечи, мы поставили ящик. Если человек есть возможность, он может неопределенную сумму берет свечу, жертвовать это Богу. Если нет деньги, он просто придет в храм, возьмет свечу, поставит, помолится, потому что есть люди, которые не могут приобрести свечи. Но для них тоже он стоит свечи, они свободны. Цены стоят, чтобы люди ориентировались примерно и могли делать пожертвования. И у нас все таинства, у нас в церкви армянской здесь нету прескуранта цен. То есть крещение стоит столько, венчание стоит столько. Потому что Господь сказал, что вы даром взяли, даром получили эту благодать, даром должны давать. В день Преображения Господня монастырь становится местом паломничества нескольких тысяч верующих со всей Украины. Армяне с размахом отмечают национальный праздник – Вартовар. В духовный центр съезжаются и представители других национальностей. На одном маленьком кусочке крымской земли можно встретить армян, русских, украинцев, евреев, болгар, греков. Я чувствую себя, что у меня есть большая семья. А вот эти вот праздники объединяют все вместе, и здесь мы можем видеть и, конечно, армян, и русских, и греков, и украинцев. И очень приятно, что такие праздники нас объединяют, что мы всегда дружим. И сказать, что Крым у нас очень многонациональный, и древние у нас народы считаются, как и армяне, и русские, и греки, и не скрою, и евреи тут у нас проживают очень давно. Поэтому очень приятно, что вот такие праздники объединяют нас вместе. А место, где мы находимся, оно особенное, оно намолено. Это самый старейший, сохранившийся армянский монастырь на территории Украины. В нынешнем году он отмечает 655-летие. И очень хорошо, что традиции, которые ежегодно отмечались вот такими хорошими, широкими праздниками, застольями, сюда приезжали армянские семьи, они продолжаются уже совсем в новом качестве, потому что выполнена большая работа по ремонту. Ремонт, который произошел благодаря и помощи власти, и участию армянской общины, меценатов, всех, кто не безразличен к древнему. Восстановлена и трапезная, и подъездные пути очень сегодня хорошие, и это позволяет большее количество людей принять. Это замечательный день, потому что, с одной стороны, это сохранение вот таких народных национальных традиций, и, с другой стороны, это также и популяризация наших крымских удивительных памятников. Крым у нас многонационален, и культура многонациональная, каждая вносила что-то в развитие Крыма. Преображение Господне отмечается на 98-й день после армянской Пасхи.
Вардавар – это народное такое название праздника Преображения, потому что после праздника Преображения есть народное гуляние, которое называется вардавар. Иногда это слово путают с словом вард, которое означает роза, но это ничего общего с этим не имеет, просто оно фонетически звучит одинаково. Вардавар из индийского означает опрыскивание водой. Вы знаете, на горе Фавор, когда Христос поднялся, он преобразился, его одежда стала белым, лицо начало сиять. И в честь этого, чтобы очищаться друг друга, как бы получать то благословение, которое получали на горе, народ друг друга как бы опрыскивает, хотят, чтобы мы тоже преобразились. Воды в этот день действительно много. Остаться сухим вартовар сродни героизму. Поливают друг друга, невзирая на возраст, пол и общественное положение. Обижаться нельзя. Считается, в этот день вода обладает целебной силой. Главный смысл – очиститься, преобразиться и с чистыми душой и телом продолжать свой жизненный путь. Как и другие традиционные праздники, вартовар несет в себе смысл плодородия. Паломники приходят к святым источникам с двухдневным запасом еды и совершают так называемый матах. Традиционный обряд в виде благотворительной трапезы либо просто раздачи мяса. Обычно это баранина, причем жертвенное животное должно быть особью мужского пола. Пожертвования приносят барашка в пожертвование. Если даешь слово, допустим, если случился какой-то случай или что-то, то ты говоришь, я сделаю, допустим, матах. У нас называется матах. Ну, это пожертвование, вот и все. Вот одним словом можно вот так сказать. Матах тоже называется. Это тоже баранина. Разделываешь на 7 частей и даешь посторонним людям, абсолютно посторонним людям. Это как бы жертвоприношение. Привезли барашку. Вот сегодня его будем резать, это как бы у нас по традиции идет. Делается блюдо, блюдо называется хашлама. Нарезаются овощи салашками, там сначала первый слой идет картошка, мясо, потом идет помидоры нарезанные, вот. И получается такое блюдо. Оно тлеет, ну как, на таком стабильном костре его надо приготовить. И до готовности это кипячение. Баранье мясо. Что, это просто вот баранье мясо и все? Да, вот сейчас воду добавляем. Кто воду, кто что-то добавляет и готовит. Впрочем, как поясняют священнослужители, главное все же не баран, а сама церемония проявления армянской щедрости. Баран это не имеет значения. Оно может быть и петух, или там, допустим, теленок. Это не имеет значения. Просто вот в армянской традиции в те времена, когда денег и так далее не было, люди приносили свои дары. Приносили свои дары и, в общем-то, освящали соль. Этой солью готовили эту пищу и эту пищу раздавали бедным. Если это был петух, там раздавали в трех местах. Если это ягненок, раздавали в семи местах. Если это теленок, в 40 местах. Если хлеб, просто вот сколько хватало, столько раздавали. Суть в том, что осветить соль, и этой солью освященную пищу раздавать тем, которые нуждаются в этом. Слава Богу, сейчас нуждающих, бедных и так далее нету, но все равно эта традиция осталась. Мы его все равно раздаем. Могут быть гости, там, туристы и так далее, и так далее. И все равно это все раздается. На отдельных столах, кроме мяса и овощей, шедевры сладкой национальной кухни. Это армянская сладость, называется пахлава. Приготавливается из слоеного теста, там греческие орехи, мед. Это давнешняя сладость, вот наши бабушки, прабабушки купили. Не знаю, но все делают, все могут. Праздничная литургия, проводимая главой Украинской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Григорисом Буниатяном, настраивает собравшихся на духовный лад.
В большой праздник уникальный монастырь принимает и высоких гостей. Крымский премьер Анатолий Могилев с удовольствием знакомится с монастырским комплексом, приобщается к национальным армянским традициям. Обалденная вода. Будем считать, что я балосну. Власть должна обязательно делать все, чтобы оказывать помощь в восстановлении и в поддержании в нормальном виде всего этого объекта. Чтобы здесь был настоящий действующий монастырь. И я очень благодарен тем людям, которые занимаются тем вот сохранением этого культурного наследия нашего. Потому что это наша история. Крым район, это регион очень многонациональный. И вот создание, поддержание таких духовных святынь, это будет действовать и, во-первых, духовному возрождению нашего народа, всего народа, не только армян. И создавать предпосылки для спокойной, стабильной жизни в Крыму. Поэтому это очень важно, такие объекты нам развивать и поддерживать. Ну а после, конечно, праздничная трапеза за щедрым армянским столом. По словам главы правительства, такие торжества, собирающие людей различных национальностей, бесспорно способствуют укреплению дружественных связей, мира и благополучия на родной крымской земле. Чем больше будет национальных праздников у нас проводиться, тем это будет лучше, потому что каждая национальность, каждый народ имеет право на свои национальные праздники. И в этих праздниках должны участвовать все люди, люди всех национальностей. Тогда вот именно это то самое главное зерно, которое мы сумели в Крыму сохранить. Межнациональное согласие, которое обеспечивает стабильность и процветание крымчан. Вокально-инструментальные национальные ансамбли, танцевальные коллективы, неповторимый стон души абрикосового дерева «Дудука». Четвертый раз на территории уникального монастыря проводится паломничество-фестиваль, организованный Крымским армянским обществом. В 2010 году мы начали организацию, наш ансамбль «Арарат» Крымского армянского общества начали организацию паломничество фестиваля Сурбхач. Мы подумали, что всегда праздник Вардавар, который проводится в течение одного дня, было бы уместно пригласить разные коллективы для того, чтобы фольклорное искусство наше было достоянием всей нашей общественности. И это прекрасно у нас получилось. В 2010, 2011 и 2012 году прошли очень успешные фестивали. И в этом году очень радостно, что к этому процессу творения и организации вот этого прекрасного фестиваля присоединилась и свою существенную лепту внесла Союз армян Украины, наша главенствующая организация. И они обеспечили всю этот праздник разнообразными, прекрасными коллективами и хорошей атмосферой. И таким способом можно сказать, что хорошие дела продолжаются. Ансамбль донских армян приезжает сюда каждый год. Именно их предки в далеком 18 веке, покинув родной полуостров, обосновались в России. Здесь, на родине, в Старом Крыму, спустя десятилетия, они демонстрируют мелодичную игру на восточных инструментах. Зурне, шви, дудуке. Варда Берегичева перед очередным выходом на сцену настраивает за кулисами канон. Многострунный инструмент чем-то напоминает арфу. Канон, он, ну, кавказский, закавказский, восточный инструмент. И играется при помощи наперстков и медиатора. Ансамбль Аны. Мы выходцы из Аны, город, это на территории Турции, знаете, он разрушен был. Потом наши предки переселились сюда, в Крым, и мы являемся предками вот этих армян. Ну, сохранили свой быт, культуру, песни, которые до сих пор поются, которые привезли с собой наши дедушки, бабушки, которые, ну, обычаи, все традиции мы соблюдаем до сих пор.
праздник настолько размашист, что дух захватывает и у киевских гостей. Украинская дива Ольга Сумская с изумлением открывает для себя способность армян беречь свою культуру, обычаи, веру, с уважением относиться друг к другу. Вы знаете, вот такое єднання об'єднує все, оця земля. Сонячний Крим, ми вперше тут, в цьому місці. Дуже багато паломників, і, власне, ми вважаємо себе теж паломниками, приєднавшись до такої високої духовної місії. І слухаємо, і милуємося, і знайомимося з цим величним, прекрасним вірменським народом. Що ще сказати? Велика вдячність. Шнор Акалутюн. Ми вже переклад. Спасибо. Дякую. Спасибі, дякую. Декілька слів вже вивчили. Ми в захваті від того, що тут відбувається. І... Не вразило те, що нема такого якогось пафосу, знаєте, якось все. А воно все близько. І релігія, да, і духовність, і єднання народу, і єднання з природою, тому що відбувається потрясаюча місія, історична земля. Я ж була чорнява, це я стала, коли Роксолану, я побіліша, стала блондою. От. А колись мене запросив на проби Володимир Якович Мотиль, московський метр російського кіно, і от чорнявою, караокою, чорнобровою приїжджала на Мосфільм, і мені чогось всі казали: «Дівчинка, ви актриса, молода актриса, ви з Армінії?» Чогось так мене сприймали, як саме вірменку. Не меньше эмоций от гостеприимной армянской души и у паломников, съехавшихся с разных концов Украины, России и дальнего зарубежья. Такое радушие мало где встретишь. В первую очередь, наверное, это гостеприимство. В первую очередь, это открытая чистая душа, правильно? Чистое открытое сердце перед Богом. Вот это нам нравится больше всего. В первую очередь, конечно, армянское гостеприимство. И вообще такая здесь обстановка очень такая... Радует. Вообще, о широте души армянского народа ходят легенды. Каждый из гостей воспринимает происходящее по-своему. Но все – украинцы, и русские, и евреи, и болгары, и греки – единодушны. Мирный и стойкий армянский народ уникален. Мне приятно, что один из древних народов Крыма, а армяне имеют многолетнюю, столетнюю, несколько столетий свою историю в Крыму, вот собирается здесь армянская община, армянское общество, представители армянского населения Крыма. Они вот собираются семьями, отмечают этот святой праздник и просто радуются тому, что они своим трудом, своей пользой приносят пользу Крыму. Мало того, они с большим уважением относятся к своей истории, они уважают все религиозные даты, они уважают исторические даты. И вот этот день, теплый июльский день, дает возможность им пообщаться, встретиться, приобщиться к Богу, приобщиться к своей истории, приобщиться к нашей крымской природе и пообщаться друг с другом, просто получить радость, радость жизни. Тем более этот праздник Преображения Господня, он для всех людей. И приятно, что вот есть такой народ, который чтит свои традиции и живет у нас в Крыму. Мне кажется, нам, украинцам, варто повчитися повазі до свого народу, до своїх традицій, до своєї рідної мови, якраз у вірмен. Це величний народ, який шанує себе. І от тому їх так шанують у світі. Найбільша діаспора у світі. І змалечку діти говорять рідною мовою. І дуже це цінують. І передають цю любов до рідного краю із покоління в покоління. Це і щоб прекрасно. Шанували і культуру свою, і пісенну культуру, і танцювальну культуру, нашу українську. Коріння дуже глибоко. Шумна нація. Шумна. Це умна нація. Умна, дружна. Веселая, щедрая, как сказать еще, характеризовать нацию свою. Ну, я люблю свою нацию, поэтому я не могу другого ничего такого придумать. Ну, находясь здесь, как бы за пределы Армении, мы здесь больше любим друг друга и больше любим свои праздники, свою музыку. Люди очень хорошие, поэтому я дружу, мы друзья. И в беды, и в праздники, поэтому мы здесь. У меня ребенок, подняли его в школе и спрашивали, кто есть кто по национальностям.
И детки говорят, то русский, значит, то украинец, он стоит и гордо говорит, а я армян. То есть не армянин, а армян, да. Вот, поэтому это вдвойне приятно, я думаю, приятно и его дедушке, и прадедушке о том, что хоть маленькие детки, они уже гордятся своим происхождением. Празднование Вартовара продолжалось практически до захода солнца. Много теплых слов было сказано, много национальных песен спето. Сколько пришлось претерпеть этому славному народу? Волны колонизации, выселения, возвращения, депортация, восстановление. И лишь одна боль, кажется, никогда не утихнет в душе мудрой нации. В этом году исполнилось 98 лет со дня геноцида армянского народа, его массового истребления во время Первой мировой войны. Две трети армян, живших в Османской империи, были уничтожены в течение лета. Депортации, поголовное истребление тысяч деревень, медицинские опыты, в том числе и над детьми – все это тогдашняя турецкая официальная пропаганда оправдывала военной необходимостью. Историки расходятся лишь в цифрах – от 1,5 до 2,5 миллионов погибших. Древний народ, измученный народ, да, вот, ну, со времен Османской империи, когда была резня армян. Ну и плюс я как бы выходец из Карабахской войны, то есть я понимаю, что, в общем, еще очень много сострадального есть в этом народе, то есть помимо той радости, которая есть. Сегодня факт кровавого геноцида признали больше 20 государств, и только Турция до сих пор молчит. Упорно отрицая преступные деяния своих правителей, отказывается признать события страшных лет. К цепочке стран, признавших геноцид, решила присоединиться и Украина. В начале июня 2013 года в парламенте зарегистрирован соответствующий законопроект. Теперь остается лишь надеяться, исход его рассмотрения будет успешным. Мнения никакого нету, был геноцид, его нужно признать. В первую очередь это нужно не нам, а нужно тем, кто совершил его, для того, чтобы им очиститься, потому что Бог наверху есть, Он все видит и все знает. Ты хоть отказывайся, хоть нет, все равно придет время, все будет признано, и тогда нам всем легче будет жить дальше, и нам, и Турции, и всем, кто принимали в этом зверских действиях участие. Дело в том, что в большинстве стран мира этот факт уже признан на официальном уровне как геноцид армянского народа. Это трагедия армянского народа. Это одна из первых трагедий 20 века, которая произошла на территории тогда еще Османской Турции. И, естественно, отказываться от этого один народ не может, тем более армянский народ. Это уважение, уважение к истории, уважение к армянскому народу. Я считаю, Украина должна принять этот акт. Тем более, если автономия приняла, то уж стыдно, наверное, у Верховной Ради Украины не принять такой акт, который будет именно актом признания той трагедии, которая случилась с армянским народом. Я знаю также, что армянское население, армянские граждане Украины, они вносят большой вклад в сегодняшнее украинское государство. И поэтому действительно государство должно отнестись с уважением к истории этого народа. Россия признала, Америка признала, все признали, все. Штаты признали, Америка вся нет. Очень много, Франция признала. Должны признать. Потому что должны, чтобы те нехорошие люди, чтобы не делали это. Ну, например, ну я не воюю, да, они всех женщин убивают. Как это так может быть? Эту боль забить никак невозможно, поэтому как, чем раньше примут, чем раньше Украина. Украина, столько армян живут в Украине, более 500 тысяч. Столько же во Франции, сколько в Украине живут. Франция приняла почему-то геноцид. А у нас это советский, бывшая советская страна, Украина не приняла. Я считаю, что это не столько хорошо, поэтому очень необходимо. А если кто знает историю геноцида, и если тоже читали, смотрели фильмы и так далее, так, это жуткая вещь. Разве можно повторить эти вещи? Нельзя. Еще, если армянский геноцид, если был бы признан раньше, то, видимо, с евреями так бы не поступал Гитлер. Вы помните, наверное, фразы его о том, что когда ему говорили, что нельзя народ уничтожать, это наказуемо. Вот столько армян, турки уничтожали. Кто за это вспомнил? О,
Нельзя повторять это дело, поэтому признание геноцида очень важен. Более 17 стран приняло геноцид в мире. Более 17 стран. Говорят, что, дескать, это может обострить межнациональное отношение. Это неправда. Это политические измышления, кому это выгодно. Нынешнему, может быть, руководству Турции. Есть там такие правые силы политические, которые не хотели ворошить историю, отказываются признавать геноцид армянского народа. Но, тем не менее, я хочу сказать, это наоборот способствовало признанию, как говорится, и упрощению нынешнему дню, нынешним межнациональным отношениям. Я за то, чтобы эта дата была признана на официальном уровне, и уверен, что рано или поздно Украина признает дату, и ее будут отмечать на государственном уровне. Испокон веков армянам на крымской земле удавалось жить и творить. Созидать, не теряя достоинства, не забывая культуры, обычаев, веры. И сегодня армяне просто и гордо, без ультимативных демонстраций своих прав на землю предков, не выделяя себя, не захватывая и не строя кордонов, а напротив, восстанавливая свои святыни, возводя дома и памятники, пишут картины и книги, растят детей и рассказывают им, что благодатный Крым всегда был, есть и останется их родиной. Так же, как он был и останется родиной для их далеких предков.